Здравствуйте, с вами блог «Анатомия госзакупок» и я его ведущий Олег Лымарев. 6 миллиардов 600 миллионов рублей, примерно столько составляла начальная цена реконструкции Московского шоссе, по которому будут прибывать болельщики на 6 матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году в Самару. Заказ на его реконструкцию был размещен в виде открытого конкурса, а это такой способ закупки, при котором цена не единственный критерий победы. Сегодня открытые конкурсы и их различные формы правят балом у госкорпораций и естественных монополий. Также некоторую долю они занимают и в 44-м ФЗ. В упомянутом конкурсе было три критерия, которые в упрощенном виде звучат как цена, опыт и качество. На бюджетные деньги позарились два участника. Итальянская компания Salini Impregilo в качестве участника в этой процедуре предложила сэкономить бюджету России примерно 500 000 000 рублей. Местная же компания «Самаратранстрой» предложила бюджету денег не экономить. В тендере победила «Самаратранстрой». Итак, первая проблема открытых конкурсов и по 44-му, и по 223-му ФЗ – низкая экономия бюджета. А первая проблема, с которой столкнулась «Самарская дорога» – это жалоба на документацию от одного из потенциальных участников, который зафутболил ее аж из Барнаула прямиком в ФАС России. ФАС, недолго думая, отправила закупку на второй круг. Но перед этим госзаказчик успел опубликовать результаты рассмотрения конкурсных заявок, по которым «Самаратранстрой» победила в первый раз. Давайте посмотрим, в чем же отечественная компания оказалась лучше. Как я уже упоминал, итальянцы дали цену ниже, чем самарцы, получили преимущество примерно в 5%. Следующим критерием был опыт. За плечами итальянской компании был ежегодный оборот примерно в 4 миллиарда евро, что составляет примерно 260 миллиардов рублей на тот день и портфель заказов примерно на 2 триллиона рублей. У самарцев, если судить по сайту закупки ГОВ, на тот момент не было опыта строительства объектов, сданных в эксплуатацию на сумму свыше 1 миллиарда рублей каждый. Однако количество баллов по критерию опыт у Salini Impregilo и Самаратранстрой оказались равны. Оказывается, что в открытых конкурсах критерий опыт можно установить двумя способами, как говорится, с потолком и без потолка. У данного госзаказчика критерий опыт как раз был с потолком и составлял 7% от начальной цены контракта. То есть любому участнику достаточно было ранее исполнять хотя бы один контракт на сумму примерно 470 миллионов рублей, и он считался максимально подходящим для исполнения контракта на сумму 6,6 миллиарда рублей. Итак, следующая проблема открытых конкурсов – возможность лоббирования своих подрядчиков, несмотря на отсутствие у них должного опыта выполнения работ. Во втором тайме матча между Россией и Италией прилетело еще две жалобы, вызвав немалый ажиотаж у местных СМИ. И обе на третий критерий качества. И не зря. Ведь именно по этому критерию Salini Impregilo проиграла самарцам уже во второй раз с разгромным счетом. Так что не помогло никакое снижение. Что же из себя представляет критерий качества? Это такое голословное обещание участников конкурса выполнять работы по определенному алгоритму и определенным образом. Голословное, потому что после самого тендера ваша конкурсная заявка уже никому не интересна. В строительных конкурсах по 44-му ФЗ это вообще попахивало бредом, так как участник должен был примерно за неделю расписать весь цикл выполнения реальных работ на объекте вплоть до толщины шва между кирпичами. Выполняя поручения руководства, тендерные отделы подрядчиков, на глазах удивленных инженеров ПТО, не имея даже близко строительного образования, скачивая из интернета технологические карты, методы производства работ, СНИПы и прочую режущую слух нормативку, умудрялись за неделю сделать то, что те же инженеры ПТО делали месяцами. Правда, если бы дороги впоследствии строили именно потому, что было написано в конкурсных заявках, боюсь, было бы быстрее ходить пешком. Но все, включая ФАС, всегда делали вид, что это все не понарошку, и морща лоб считали баллы по этому бестолковому критерию. Сам критерий качества делился еще на два подкритерия, подкритерии в свою очередь делились на показатели, и при рассмотрении одной из жалоб ФАС решил скреативить и отправил госзаказчика домой в Самару не переделывать весь конкурс, а лишь ликвидировать один из таких подкритериев, по которым как раз не добрали баллов итальянцы. При этом высвободившиеся баллы госзаказчик обязан был раскидать на оставшиеся показатели в равной степени, что фактически означало победу Salini Impregilo. И когда итальянцы уже были готовы закатить фиесту по случаю победы, самарский госзаказчик продемонстрировал ловкость, которой бы позавидовал уж на сковородке, раскидав баллы только на те показатели, где итальянцы получили меньше баллов. Итак, третий недостаток открытых конкурсов – это критерий качества, который не гарантирует никакого реального качества, а является лишь 100% инструментом лоббирования определенных подрядчиков, несмотря на робкие попытки ФАСа регламентировать его отдельными постановлениями.
И теперь мы приходим к самой непреодолимой проблеме в открытых конкурсах, из-за которой, несмотря ни на что, компания Solini Impregilo проиграла в дополнительное время компании Самара Трансстрой. В третий раз со счетом 95,27, 95,78 баллов. Дело в том, что согласно части 6 статьи 106 44 ФЗ, ФАС не рассматривает жалобы на результаты рассмотрения конкурсных заявок. Нет, я, конечно же, проверял, действительно не рассматривает. Жалобы же на итоги конкурса по 223 ФЗ ФАС не рассматривает исторически, ссылаясь, что критерий качества субъективен, и заказчик что хочет по этому критерию, то и делает. И пока госзаказчики и участники стонут из-за недостатков электронных аукционов, на которые переводят все больше предметов закупок, так как только они экономят бюджет России, знайте, что где-то в сторонке грустит здравый смысл, для торжества которого достаточно было бы исключить из открытых конкурсов субъективные критерии, что сбалансировало бы и снижение в тендерах, и сделало бы открытые конкурсы в достаточной степени прозрачными для участия в них компаний без административного ресурса, и исключило бы такое явление, как сговор на торгах и рейдерство. В общем, итальянцы даже не стали пытаться подавать жалобу на итоги конкурса, а всю стройку в стране по 44-му ФЗ через полгода перевели на электронные аукционы. И в заключение. Генподрядчиком «Самартрансстрой» фактически использовался кабель при проведении работ меньшей стоимостью, который не предусмотрен госконтрактом. И кроме того, стоимость этого кабеля «Самартрансстрой» была завышена более чем 3 раза. Сейчас в отношении руководства фирмы идет уголовное разбирательство по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Если вину докажут, кто-то из ее руководителей может лишиться и кресла, и свободы на срок до 10 лет. До новых встреч!